Первый день выставки MAPIC 2020, с вами retail.ru. Добрый день. Расскажите, как вам наша выставка, какие у вас планы на оставшийся год, на 2021 год? И в целом расскажите про вашу деятельность и какие инновации пришлось внести в связи с коронавирусной инфекцией. Вот. Да, выставка очень нравится. Это такое, наверное, первое офлайн мероприятие после длительного перерыва. Мне кажется, все соскучились по офлайн, все с удовольствием ходят по стендам, общаются, делятся новостями. И я надеюсь, что это такое, как это, с почином нас, да, и дальше активность будет нарастать в плане офлайна. Онлайн, конечно, хорошо, удобно, дома сидишь, но вот повстречаться со старыми знакомыми, узнать что-то новое, пообщаться лично, это дорогого стоит, и, наверное, это вот такая отличительная особенность, и я рад быть здесь сегодня. Относительно нашей деятельности, и, ну, я занимаюсь внедрением инноваций в Expert Retail Group, и вопрос был в том, да, как, что произошло в последнее время в связи с пандемией. Мы видим сейчас отчетливые тенденции перехода офлайн магазинов на систему самообслуживания. Пандемия простимулировала этот переход достаточно стабильно, и там, те решения, которые мы сейчас внедряем, касса самообслуживания, система self-scan, система оплаты и сканера с помощью мобильного телефона, специальных терминалов, это набирает все обороты, и, скажем так, это, мне кажется, явилось таким триггером и драйвером развития систем самообслуживания, на что сейчас X5 обращает очень большое внимание, и во что мы, ну, сильно верим. Благодарим вас за ваш ответ. С вами retail.ru. Оставайтесь с нами.